Сапиенс. Добрый день, уважаемые зрители и подписчики. С сегодняшнего дня население Германии поделили на два лагеря – ужаленных и непривитых. Это очередь категории «Унтерменш» или «Людей второго сорта за тестами». Я в ней отстоял сегодня полтора часа. Геноцид здравомыслящего населения начался с сегодняшнего дня. В Германии введены предписания 3G. Они разделили людей на три категории – ужаленный, переболевший, тестированный. Это вывеска на булочной рядом с центром, где проводят тесты. Вход в нее мне заказан. Меня туда не пустят и ничего не продадут. Купить себе здесь хлеба могут только привитые или же переболевшие. В ходе этого теста у вас возьмут образец слюны. Через 15-20 минут ваш результат будет готов. Верхнюю страницу бланка отдают вам с собой, а нижняя остается в тестовом центре. Теперь на последующие 24 часа вы становитесь практически равноправным гражданином. Теперь у вас появляется возможность воспользоваться общественным транспортом, посетить магазины, зайти в ресторан, поесть уже не удастся. Сегодня на сайте rbk.ru я наткнулся на письмо пропагандистов вакцинации. У нас подобных называют импф-талибан. Тогда все отрицающие принудительную вакцинацию, в том числе и я, относятся к движению анти-импф-талибан. Я бы тоже хотел ответить на их открытое письмо своим открытым ответом и мнением по этому поводу. Уважаемые господа Проценко и Лысенко, а также ниже подписавшиеся дамы и господа. Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-2019. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем мы готовимся к гражданским войнам в наших колониях. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы посетить экскурсию по красным зонам, реанимациям и моргам ваших больниц. Может быть, после этого вы прекратите эксперименты в стиле доктора Герхарда Розе и меньше людей станет умирать. Контактный номер для вашего приглашения плюс 49-163-689-31-28. Повторяю еще раз. Плюс 4-9-1-6-3-6-8-9-3-1-2-8. С нетерпением жду вашего ответа. С уважением, блогер Рунненштайн 1 и движение antiimpftaliban.de. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра!